Покупки онлайн набули популярності серед українців. Зручність та низька ціна – це головне, що приваблює інтернет-користувачів. Але поки ми полюємо на знижки, шахраї полюють за нашими грошима. Як захистити себе та не потрапити у павутиння інтернет-шахраїв – далі у програмі. Покупки через інтернет – це зручний, швидкий і до того ж бюджетний варіант шопінгу. У мережі ми можемо зробити покупку, не виходячи з офісу чи квартири, в будь-який час. А вибір і замовлення товару займатиме кілька хвилин, якщо точно знаємо, на чому зупинились. Придбати через інтернет сьогодні можна практично все. Якщо говорити про мам, то для них це особливо актуально. Ольга вже 4 роки купує дитячі речі саме в такий спосіб. Вона вважає, в онлайн-покупок достатньо беззаперечних переваг. Когда у меня вот эта принцесса родилась, я пошла в обычный крупный детский магазин в Николаеве, купила там стандартный набор вещей и просто была в шоке от тех цен, которые в рознице детские производители детских вещей предлагают. Начала искать аналоги и нашла на английском сайте намного лучше вещи, намного качественнее в первую очередь. Цены где-то ниже, где-то такие же, но однозначно не дороже. Сделала, первый раз рискнула, заказала. Посылка мне пришла через 3 дня. Когда заказываешь вещи в иностранных магазинах, американских, английских, приходит накладная, там полностью расписано, сколько это стоит, какие вещи, какие позиции. Отже, що потрібно знати, перш ніж замовити товар в інтернет-магазині? Я, наприклад, дуже хочу новенький телефон. Якщо ви вирішили придбати товар за допомогою інтернет-магазину, безпосередньо вам необхідно знати про найменування суб'єкта господарювання, який провадить реалізацію вам цього товару, його місце знаходження або місце реєстрації, ідентифікаційний код цього суб'єкта господарювання та електронну адресу, щоб у подальшому, якщо виникли якісь проблеми з товаром, ви мали змогу звернутися до продавця. Якщо вас цікавить інформація про даний товар, а на сайті вона недостатньо розкрита, ви маєте право звернутися в телефонному режимі, якщо наявна електронна пошта, написати листа до продавця, щоб вам надав всю необхідну, доступну та достовірну інформацію про даний товар. Когда покупаете в магазине, смотреть на товар, чтобы он был не сильно заниженная цена. Можно посмотреть по этому товару по всей сети, сколько стоит. Если сильно заниженная цена, это вероятность большая, что это все-таки интернет-магазин, который мошенники деньги берут, но не продают. Также нужно посмотреть отзывы по этому интернет-магазину. Зайти в Google, вписать номер телефона, или если есть карточный счет, который предоставляет для оплаты товара, ввести этот данные карточку и также в самом последнем вписать слово «мошенники». Если есть какая-то информация по ним, то уже как бы понятно, что это люди, ну, что это мошенники. Еще для того, чтобы проверить, мошенники или не мошенники, можно обратиться на сайт департамента, там туда можно обратиться узнать, там тоже подскажут, что это за сайт, мошеннический, не мошеннический, есть ли какие-то отзывы уже, есть какие-то жалобы на этот сайт. Товар я вибрала, з магазином визначилась, але продавець просить передплату. Мовляв, ввечері гроші, вранці стільці. Але здається мені, що це не найкращий сценарій розвитку подій. Якщо продавець у вас просить 100% передоплату, тут вже треба задуматися, чи дійсно він не здійснює офіційну свою діяльність. В такому випадку ви можете також попросити у нього повну інформацію про його найменування, місце знаходження, місце здійснення діяльності, наявність магазину, інтернет-магазину у місті, в якому ви проживаєте, для того, щоб бути впевненим. Якщо ж вам все ж таки сподобався даний товар у цього продавця, але він вимагає від вас 100% передоплату або 50% передоплату і вас це сумніває, ви можете цей товар знайти в іншому інтернет-магазині. Если этот интернет-магазин новый, вы его не знаете, вы видите, что он только недавно созданный, его никогда ранее не видели, не нужно предоплаты давать, потому что может быть такое, что вы не получите товар. Вы станете жертвой мошеннических действий. Лучше всего товар покупать это наложенным платежом. Приходишь на почту, тебе показывают товар, ты пересылаешь денежные средства.
Нарешті я отримала омріяний телефон. Але через кілька днів у нього почалось своє життя. А потім він і зовсім відмовився працювати. Що робити? В цьому випадку ви маєте право звернутися до суб'єкта господарювання в письмовому вигляді, або при продажі він має вам надати інформацію про наявність сервісних центрів у вашому місті, для того, щоб безоплатно усунути недоліки в установлений законодавством срок, це протягом 14 днів. Якщо ж все-таки ваші недоліки не були усунуті в термін, який ви обумовили з продавцем, ви маєте право звернутися в подальшому письмовою заявою для виплати пені за кожен день затримки. Нарешті я отримала омріяний телефон. А де ж телефон? Іноді купити через інтернет не означає отримати куплене. Случаи бывают такие, что телефон приходит товар на почту, после того, как человек отдал денежные средства за товар, он смотрит этот товар, но товар он запечатанный в упаковке. После того, как приходит домой, распечатывает эту упаковку, видит, что там находится товар, не соответствует тому товару, который он заказывал. После этого человек назад возвращается на почту и отправляет этот товар. Также нужно писать заявление, если есть такие случаи, обращайтесь на сайт департамента киберполиції, Cybercrime.gov.ua в інтернеті. На жаль, і у звичайному магазині покупців можуть обдурити. Наприклад, підсунути неякісний товар. А вже в інтернет-магазинах і на сайтах «Купи-продай» шахрайство процвітає. Для Юлії перший досвід онлайн-покупки виявився невдалим. На популярному інтернет-майданчику приватних оголошень вона замовила взуття. Внесла 100% передплату, але товар так і не отримала. Вот все время находился ряд каких-то причин, почему она мне не могла отправить, собственно говоря, мою обувь. В один прекрасный момент я поняла, что меня обманули. Как из интернета вернуть деньги, если у меня на руках был только чек об оплате? То есть, естественно, банк мне не предоставит личные данные своего клиента. То есть у меня был только мобильный телефон и связь через интернет. Нашла группу ее города, которая сейчас достаточно популярна в интернете, и начала писать о том, что в их городе живет данная девушка. Вот ее фотографии. Она обманщица. Две девушки, которые со мной попали тоже на эти деньги, подтвердили. И вот это было ключевым. А як відрізнити справжній інтернет-магазин від піратського? І як убезпечити себе від шахраїв? Гугли вбить этот сайт, посмотреть там без доменного имени, просто само имя сайта и посмотреть, может быть, где-то найти, где-то есть в сети такой же сайт. И уже проверить тогда этот, перепроверить этот сайт, является он клоном или он не клон этот сайт, и какое там доменное имя. Если это сайт на украинской регистрации, то это на украинской, если на какой-то зарубежный, посмотреть, что это сайт на зарубежной регистрации, его форму самого сайта, как он сделан, этот дизайн этого сайта, если это сайты одинаковый дизайн, одинакова форма, тоді можна предположити, що це підделка сайту зарубіжного. По-перше, вам необхідно звернути увагу про найменування і повну інформацію суб'єкта господарювання, його місце знаходження або місце реєстрації. По-друге, багато інтернет-магазинів, які вже зарекомендували свою репутацію, вони мають представників безпосередньо на місцях. По-третє, ви маєте право перевірити інформацію про реєстрацію суб'єкта господарювання на офіційному сайті Міністерства юстиції України, єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб. Не завжди на інтернет-площадках здійснюють зареєстровані фізичні особи, тому в такому випадку ще зверніть увагу обов'язково на його виконання зобов'язань перед споживачами, на його рейтинг. Але потрапити на гачок нечесних продавців можна будь-де. Навіть при покупці в розкрученому брендовому інтернет-магазині. Тут існують свої підводні каміння. Я заказав очередной товар. Очень долго, там можно отслеживать. И я вижу, что товар никак еще из Китая не уйдет. Я пишу, что открываю спор. И вот тут вот начинается, продавец пишет, пожалуйста, давайте мы закроем спор, потому что это очень плохо для моей репутации. Давайте согласитесь на нулевую компенсацию, а я вам обещаю, что я вам все пришлю. Ну, думаю, ладно, в конце концов, человек там сайт, вроде бы магазин солидный, хорошо. Я соглашаюсь. Спор закрывается. Спор закрывается, возможность нового спора исключается. То есть, ну все, конфликт исчерпан. А дальше мне начинает продавец морочить голову. Я пишу на администрацию, что так и так меня обманули.
Мне пишут, ну, извините, у нас нет доказательств того, что вас обманули. Вы закрыли спор, вы согласились. Поэтому, пожалуйста, как бы это уже ваше решение. Договор купли-продажи в данной ситуации не выполнен. То есть как можно говорить, что претензия потребителя в этой ситуации закрыта и исчерпана? Закон даже предусматривает, что если произведена компенсация потребителю за некачественные работы товара, в данной ситуации товар, и возмещены компенсационные выплаты, закон предусматривает все равно выполнение договора купли-продажи в натуре. То есть все равно, даже выплатив компенсацию за невыполнение условий договора, которое предусмотрено в этом случае, значит, потребитель в обязательном порядке должен получить еще и тот товар, который он заказал. За невыполнение условий договора и в том числе несвоевременную поставку товара, значит, за каждый день просрочки поставки этого товара, согласно закону, даже если это не предусмотрено в договоре, который они заключили, закон предусматривает компенсационные выплаты в размере 1% стоимости товара. То есть вот как сейчас произошло в этой ситуации, то есть если бы довести, можно было это дело до логического конца, то есть можно было писать претензию, на какой срок было не выполнено требование о поставке товара, посчитать 1% от этой стоимости и выставить это в качестве компенсации материального ущерба. Магазини-двійники. Саме від такого виду шахрайства потерпають українці. Ділки створюють сторінки копій реально існуючих популярних мережевих магазинів, переважно закордонних, і пропонують той самий товар за ту ж або меншу суму. Але взявши передплату, зникають. За кілька місяців майже без витрат аферисти можуть заробити завдяки нам із вами сотні тисяч гривень. В интернет-сети создали клон сайта якобы продажи мобильных телефонов и оргтехники. Клон похож на европейский сайт. Там был колл-центр, у них работал, у них были установлены телефоны всех областей, были у них адреса по большим областям, адреса точек продажи, но эти адреса в реальности их не было. После того, также товар был с очень заниженным ценами, люди покупали товар, деньги пересылали, но товары им никто не присылал. В их наличии около 5-6 интернет-магазинов, которые были созданы. Интернет-магазин работает в промежутке времени от 2 недель до месяца, пока не начинают люди звонить на банковские, ну, в банки, не блокировать счета, пока не начинают обращаться в правоохранительные органы, и к нам обращаются на департамент киберполиции, на сайт Cybercrime.gov.ua. Данные люди были задержаны и предъявлены им обвинения. Также по данным счетам прошло свыше 500 тысяч гривен, около 50 человек потерпевших. Аби убезпечити себе від шахраїв при онлайн-покупках, слід дотримуватися певних правил безпеки. Варто перевірити дані про адресу інтернет-магазину юридично та фактично, його реєстрацію у відповідності з законодавством. Звернути увагу на контактну інформацію, способи платежу і доставки, строки та умови, період очікування товару і процедуру повернення. Прочитати відгуки про магазин і товар, які реалізують. Не сплачувати за товар наперед. І не забувайте, куплений в офіційному інтернет-магазині товар можна повернути протягом 14 днів, якщо є угода і чек. Привіт. Телефон замовила? Навіть уже отримала. В якому магазині купувала? В інтернет-магазині брала. Ти знаєш, мені подобається, як працює, надійшов вчасно і всі документи на нього є. Але не забувайте, шахраї постійно вигадують нові схеми. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».